My wish. По ступенькам не проедем? Не, можем. Если разогнаться, можно и по ступенькам. А давай ты рискнем. Туда прямо надо. Я далека. А, вот, все, я поняла, где. Сейчас приедем, короче, на вот этот круг и повернем налево. И выйдем к галерее Боргезе. А вот здесь, смотрите, вот эти фонтанчики, которые при въезде слева, вот там как кровь. Видите? А, красный, типа, этот фонтан. Сам фонтан. Вон впереди что-то интересное, мне кажется. Да, здесь где-то должен быть зоопарк. А что, у нас прострелено лобовое, да? Ага, походу. Вообще, как бы, вроде как... Ну, то уже забор, то выезд. А, нет, значит, налево, конячки. Ого, у них даже круче этот паровоз, чем у нас. Короче, Ярик поломал машину. Ты прикинь, все, короче, приплыли. Блин, прикинь, да? Коня, конь меня заинтриговал, а я не переехал очки. Надо на коня. Нормально. Да, надо по-любому ехать к коню и залазить на него. Что? На него не залезть. Как? Это самое... Ты что, паркуемся. Мы вообще шутили, Ярик. Не надо. Он просто хлипенько стоит. Спелый. Ты видео снимаешь, как мы воруем лаймы? Вы его не воруете, это для пропитания нужно. Это за машину. Я не думаю, за что они спелые. Там в окно никто не смотрит? Да они как лимоны, они вот так долго рожь. Да, они Я не могу сорвать. Совесть не позволила сорвать лайм. На магнолии. А вход, кстати, бесплатный. О, пошли.